After years of work, a group of scientists managed to tap into the Noosphere, the Earth's informational field. An achievement comparable at best to the conquest of space. Don't want the innocent to suffer? Then help me find the culprit. And who the fuck are you? And what do we have a decade later? The Zone, in our image, after our likeness. My men are still lying out there, and I can't even bury them! Died in an anomaly. Shot by loners. Found with a stone around his neck. Thrown off a cliff. Torn apart by dogs. You cannot kill God, just like you cannot get rid of the sky up above. I am blind, but it is you who cannot see. Парень. Ну, чё там? Готово. Ну и пошли они нахрен. Спасибо тебе. Ты многим сталкерам жизнь спас. Ну, давай, малюй картину маслом. Поэтому я ни в какие разборки и не лезу. Не хочу пулю поймать. Ну, не знаю. Между аномалией и маслиной я уж лучше пулю выберу. Первый год в зоне вроде примелькалась уже, а каждый день удивляет. Зона надоесть не может. Говорят, ты знаешь, где вход в фундамент. Тише, тише. Узнаешь мотив? Слышал? Вот это культура! А ты одно и то же по кругу лобаешь. Сам же просишь. У меня музучилище, если что. О, мессия, прошу прощения. Может, вам к ученым? Профессура. Они вам лабораторию найдут.
пошел ты. Зря ты так с друзьями. Ты же его на вылазки таскаешь. Чего-чего, а дружбы в зоне я точно не встречал. Это верно. Он мучился? Нет. Это хорошо. Он этого не заслужил. А пулю заслужил. Жаль, что ты так с ним поступил. Мне тоже. Считаешь, я не думал, как обойтись без его смерти? Она не могла быть свободна, пока он жил. Зато теперь... Посмотри на нее! Нет, Скиф. Я не отдам ее никому. Зона дала мне жизнь. Новую жизнь! Жизнь, которую я готов вернуть, если потребуется! Я буду защищать ее. Всегда. Похоже, пора. И куда ты теперь? В Припять. Нужно с ним поговорить. Удачной охоты, сталкер.